Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу модное командное меню для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется командное меню, которое вы можете призвать с помощью одной кнопки, которая находится в правом нижнем углу. Но при нажатии этой кнопки у вас открывается вот такое красивое меню, где вы можете выбрать раздел «Команды» и там управлять целым вашим миром Майнкрафта Pocket Edition. Например, вы можете включать или отключать полет. Можете настраивать свой гейммод, то есть можете делать креатив или выживание. Можете дать себе вещь, для этого вам придется написать ID этой вещи. Пример будет 11, это у нас, если не ошибаюсь, плотинка лавы, да. И теперь просто нажимаете кнопку дивы, после чего этот предмет появится у вас. Также можете убить себя, и как сейчас я покажу вам, мы убили сами себя, да. И я могу сказать, что этот мод целиком рабочий. И что ж, идем дальше. Дальше есть еще несколько команд. К примеру, с командой «Время». Здесь вы можете заменить ваше игровое время, сделать ночь или день. Можете заменить погоду, можете вызвать дождь, или просто шторм, или просто остановить целиком погоню. Дальше есть кнопка для узнавания координат. Да, это полезно для модов или для чего-нибудь еще. Вот, ну, как видите, у нас сейчас грозовое небо, которого, ну, как бы, просто в Майнкрафте просто нет. Но с помощью данного мода вы сможете его вызвать. Да, ну сейчас должна появиться, по идее, молния, но ее почему-то нет. Что ж, дальше информация о игроке, но я где-то слышал молнию, друзья. Да, Ева, вот она, молния наша. Ну и информация о игроке. Здесь вы можете узнать целиком информацию о игроке или информацию о вашем мире. Также при нажатии на эту кнопку вы пополняете себе здоровье. И все, что вы сделали, вы можете узнать в чате, который находится у вас наверху. И также есть там последний раздел, который отвечает за разработчиков. То есть вы можете знать, кто разрабатывал этот мод. Ну что ж, мод довольно прикольный. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.